Сегодня в Тюмени стартовал благотворительный проект «Елка желаний» в областной столице. Его проводят в четвертый раз. Многодетные, малоимущие семьи, дети, инвалиды и ветераны могут написать письмо Деду Морозу и попросить подарок. Эти желания появятся на елках в торговых центрах, кафе, магазинах и фитнес-клубах города. Акция продлится до 7 января. Ежегодно организаторам приходит около 1000 писем от тех, кто верит в новогоднее чудо. Помимо благотворителей, для проведения акции нужны волонтеры. Приглашаю волонтеров с машинами, волонтеров, которые желают нарядиться Дедом Морозом, Снегурочкой, подарить ребенку праздник. Мы можем даже подарок вручить. То есть люди, которые покупают подарки, а есть те, которые дарят им. Бывает, это разные люди. Бывает, дадут один и тот же человек, а бывают разные люди. Кто-то стесняется, допустим, надеть костюм Деда Мороза, а кто-то говорит, да я с удовольствием, молодежь. Там как бы. Есть семьи у нас, которые волонтерят уже не первый год. Все-таки елка желаний – это механизм сказать спасибо людям пожилого возраста. И это механизм доставить радость через этих людей, в том числе нашим маленьким подрастающему поколению.